Всем привет, дорогие мои друзья, и мы с вами продолжаем играть в игру Hustle Castle. Как вы видите, я насобирал немножко сундучков, это в основном ваши подарки, за что вам спасибо, я вам уже их отправил взамен. Так, ну что, у меня колодец маны строится, как вы видите, 7 часов 2 минуты осталось. Ну и что, сегодня у нас, ребята, по планам... А что по планам? По планам мы ничего не сможем построить, пока у меня не построится мой колодец. Тогда приступим с вами фармить орков и набирать себе еще больше сундуков. Так что давайте будем смотреть. Так, ну в принципе тут ребята такие легкотелые, я бы сказал бы. Так что разберем их без проблем. Да, надо бы мне, ребята, еще, наверное, что-то поставить на крафт. Мне не нравится, что у меня не выпадает на моих воинов никакого оружия в плане магических посохов или сфер. Поэтому придется мне, наверное, самому их делать. Так, давайте этих ребят на отхил. Так, настроение у нас нормальное. Все жители довольны, в принципе. Так, 38 уровень подвесочка, да? Еще пока рано, рано ее носить кому-то. Придется подождать. Есть, конечно, небольшой соблазн прямо сейчас открыть сундуки. Но нет, ребята, мы все-таки вначале завалим всех орков, точнее, вторжение. А потом приступим вскрывать. Смотрю, у меня свободно разгуливает один из казначеев. По ходу дела, да, ребята, он раскачался по максимуму. Ну что же, это хорошо. В принципе, можно было бы его сейчас поставить в казну. Но мы, наверное, сделаем это чуть-чуть попозже. Так, настроение взяли, деньжата собрали. Сколько у меня здесь их? Пятеро. Да, пока, я думаю, не стоит никого менять. Если что, обязательно заменим. Так, а Агафьи еще учиться и учиться. Ладно, пускай пока они, наверное, ребята здесь у меня постоят. Так, ну что, краса моя отхилилась, это хорошо. И сейчас мы, ребятушки, наверное, с вами рванем на карту. Давайте-ка очередное, как говорится, вторжение. 26 тысяч мощей, да, это ж просто салаги какие-то. Иначе не назвать. Ну, с одной стороны, это, ребята, хорошо, что залаги, потому что, как видите, мощей у меня не так много, а репутация, точнее, рейтинг по ПВП очень большой, 1715, и вокруг меня, как вы понимаете, собрались все бизоны этой игры. Ну, не все, конечно, но большинство. Так, столовка, казна, казна. Да, ребята, нужны деньги. Причем не только деньги, нужно еще и дерево. И очень много. Где я буду это все добывать, ума не приложу. Если с деньгами еще как-то понятно, что я их могу накопить, то с деревом это только при захватах. Поэтому мне придется в любом случае нападать на других игроков и грабить их. Но этим, ребята, мы займемся чуть-чуть попозже, когда разберемся со всеми. Так, Елизавета у меня бежит обучаться. Где она у меня там? Ага, вон она. Ясно. Ну, наверное, нам придется кого-то поменять. Иначе у нас ничего хорошего здесь не получится. Так, что у нас с поварами? Ну, с поварами, в принципе, все нормально, да? Есть, конечно, очень-очень слабенькие, его подучить. Но, опять же, все это сделаем немножко попозже. Спасибо тебе, Нагибатор, за подарочек. И я тебе тоже отправлял. Так что лови, как говорится. Так, Елизаветушка, ты у меня... Нет, ты у меня там полностью раскачана, поэтому ты не будешь ничего делать. Давайте вот так вот поменяем. Осталось только определиться, куда нам отправить Арнольда. Арнольд, наверное, пойдет у меня... Наверное, мы его все-таки отправим... Да пускай он учится алхимии, в конце концов, да? Лишний алхимик никогда не бывает. Все. Ой, а ты-то куда у меня побежала? Елки-палки, нет, так не пойдет. Да ядрить его на корень. Все попуталось. Что-то не то. Куда ты у меня бежишь, а? Иди обратно. Так, подождите, что-то я здесь намудрил, блин, елки-палки. Так, Арнольд, давай стой здесь, пока ты возвращайся обратно. Давайте определимся, куда нам его воткнуть. Как это, знаете, как бельмо на глазу стоит здесь. Ну, я даже не знаю. Все занято, ребят, абсолютно все занято. Я даже не знаю, куда его влепить. Ну, давайте... Ладно, наверное, пускай он пока стоит. Почему я не могу переместить персонажа в другую комнату? В чем проблема? Ладно, краса, возвращайся. И нам, ребята, с вами пора отправляться на карту.
У нас еще очень много орков, с которыми нужно разобраться. Ого, смотрите, ребята, 65 тысяч мощей. Это у орков. Я думаю, что мы с ними все-таки справимся. Ну, если что, придется применить немножко магии. Хотя я не особо хочу на них ее тратить. Так, что-то у меня лучник сзади хандрит, я смотрю. Очень сильно хандрит. Еще бы немножко, его замочили бы. Ладно, кое-как он выстоял. И мы получаем очередной наш сундучок. Пора наших ребят поставить на отхил. Это, естественно, после боя, пускай они у меня лечатся. Так, ты тоже, маг, иди лечись. Один, только второй маг у меня целый почему-то остался. О, нашествие крысы. Ну да не беда, они сейчас с ней справятся. Так, нам придется немножко подождать, пока мои воины отлечатся. Ну, а мы пока глянем, что у нас есть на карте. Какие враги. Луис, ну-ка посмотрим. Надо взять фаербол и, естественно, что-то поставить взамен. Давайте сделаем такой же фаербол. Ну что же, все вроде бы укомплектовано пока. А теперь давайте глянем. И что мы видим? Что у него 82 тысячи мощей, почти 83. Да, такие неплохие ребята. Причем я не могу никак понять, ребята, у меня тоже такие же броники. Ну, может быть, мечи и оружие, конечно, послабже. Но у меня нет столько мощей. Максимум, сколько я помню, это 75 или 78 тысяч я всего имею. Это если я всех одену в тяж. Ну, ровным счетом преимущество мне этого никакого не дает. Все равно я чувствую себя каким-то ватным. Поэтому будем надо что-то с этим делать. Надо будет как-то над этим хорошенечко подумать. Но сейчас мы возвращаем своих воинов. Они уже у меня выхилились. Ну, скажем так, выздоровели. Так, что можно тебе поменять? Я думаю, что... Так, новый посох. Да, хорош, конечно, но без воскрешения мне будет туго. Поэтому ничего я не буду менять. Так, краса, давай возвращайся. И, ребята, мы отправляемся с вами в очередной раз на карту. Не знаю, или будем все-таки вторжение бить, или игроков. Давайте начнем вторжение, все-таки зачистим. Что такое? Почему не полный отряд? Кто опять там у меня убежал, а? Не пойму. Так, краса, ну вот неугомонная ты все-таки, а? Все время тебя куда-то тянет, на какие-то приключения бежишь. Может, тебе что-то хочется, а? Ремня, например. Ладно, давайте начнем с орков. Набьем все сундуки с них, а потом вскроем. Может быть, что-то выпадет прекрасное, хорошее. И уже начнем потихонечку пвпшиться с игроками, нападать на замки, грабить, ну, и копить, естественно, деньги. Да, вот я о чем, ребята, и говорю, да, орки слабенькие, а краса падает до сих пор, как будто она ватная, как будто она бегает в фуфайке. Очередной сундучок наш. Итого у меня уже 19 штук. И мне очень хочется, чтобы хотя бы парочку шмоток хороших именно на мой уровень выпало мне. Ну и если такое случится, то я, естественно, буду очень благодарен игре. Ну что, ребятушки, Батыр, Юлиана у меня по дереву мастера, но очень мало дерева добывают. Естественно, очень мало. Что-то надо будет еще делать с сараем, как-то его увеличивать в объеме, потому что очень мало я могу собирать дерево. Точнее, как бы накопить. По-моему, предел 250. А дальше я с таким количеством ресурса не уйду далеко. Поэтому надо будет, естественно, апать. Ну что, краса, давай, родная, давай. Давай, миленькая, отхиливайся там. Выпей что-нибудь снотворное какое-нибудь. Зачем снотворное ей? Обезболивающее. И отправимся мы опять на карту. Ну что же, давайте-ка еще немножечко что-нибудь глянем. Где-то у меня, ребята, здесь запропастился мой казначей, который так и не добежал в броню, в мастерскую брони. И где-то он у меня здесь завис. Верно я говорю? Да, верно. Вот где он только завис? Ага, он здесь у меня в оружейке стоит. Ну-ка, что у тебя? В принципе, тебя можно поменять на кого-нибудь более слабого игрока, так скажем. Ага, Артур, Глафира, Снежана, Валерия, Родион. Так, подождите-ка, Родион. Ну, я думаю, что Родиона пора заменить. Где он у меня? Вот он. Давайте-ка с него, наверное, снимем сейчас все шмотки. Отдадим Арнольду, ну, в общем, поменяем их. И пускай Арнольд уже идет в казначейку, добывая для меня деньги. С Арнольдом мы порешаем, что делать чуть-чуть попозже.
Так, краса выхилилась, это хорошо. Но пока мы не пойдем никуда, сейчас поменяемся здесь. Давай-ка, снимай с себя все. Щипцы, курточку, ну, естественно, все эти амулетики. А надеваем все это Арнольду. Ну-ка, где тут у него? Да, щипцы на порядок лучше. Колечко, ожерелье. А с куртяжкой что у нас? Так. И куртяжку, естественно, надеваем тоже. Ну что, все, Арнольд у меня полноценный казначей. Да я знаю, что у меня на складе сундуки. Хорош, мудрец, мне тут сейчас грузить. Так, ну а мы сейчас, ребята, с вами отправляемся на очередное вторжение. Вау, 59 тысяч мощей. Все-таки, чем больше у меня ПВП очков, я вам так скажу, тем все-таки сильнее меня окружают орки. Несмотря на то, что у меня там мощей тоже, в принципе, хватает для них. Именно для них, чтобы разобрать их. Но их это не страшит, не пугает. Поэтому они себя чувствуют на коне. Вот как-то маг немножко неправильно делает. Почему он не отхиливает мою красу? Точнее, не воскрешает, а воскрешает лучника. Непонятно. Хотя в приоритете у нас должен быть всегда воин. Ну, видимо, ему виднее, да? Так, ладно, пускай они у меня хилятся. Давайте тут соберем все это настроение. И надо что-то нам, ребята, делать с Родионом. Да, 47 уровень, подвесочка. Долго же ты у меня будешь пылиться теперь тоже. Ну, я не знаю, можно, в принципе, ему одеть деревяшки и отправить его в лесорубку. Пускай добывает мне дерево. Хоть какой-то будет от него толк. Так, 456 дерева в час. Не то чтобы много, но хоть что-то, хоть что-то. Так, Елизаветушка, ты у меня раскачана по казначейству. Агафья в кулинарии полный ас. Так что, в принципе, ребята, все у меня отлично. Сколько им еще? Так, по часу, ага. А Елизавете аж 2 часа еще учиться. Ну ладно, пускай учатся. Не будем их отрывать от их любимого дела. Мои ребята отхилились, как всегда, кроме красы. Краса, как всегда, затягивает всю эту процедуру на очень долгое время. Ладно, подождем маленечко. Ну, а мы тем временем пока глянем, что здесь можно собирать у нас. Так, все это взяли. Ага, вот это надо обязательно забрать. Как это я так упустил? В принципе, у меня уже места много для построек освободилось. Надо только что-то строить. Так, что там у нас? Агафья. Агафья все хорошо, учится. Ну что там, краса, долго ты еще будешь лечиться? Так, а что у меня с Матвеем? Матвей у меня получил 32 уровень. А сколько ему еще до следующего уровня? Давайте глянем, а? 3 часа. Это чтобы получить 33 уровень, да? И Иришке 2 часа, чтобы получить 32. Да, долго-долго у нас все это идет, конечно. Ну, все, краса вернулась. И пойдемте, ребята, остальных добивать орков. Двоечка последняя осталась у нас. И мы приступим потом открывать сундуки. И, как говорится, надеяться на лучшее. Что мне нужно? Мне нужно, ребята, от сундуков две вещи. Первое, это магический посох. И желательно на воскрешение. И который, конечно же, воскрешает не просто там тысячу две, а где-нибудь 3-4. Было бы, конечно, неплохо, но это большая редкость. Я не знаю, мне такое ощущение, что ребята только за счет крафта их получают. Или им просто обалденно фартит. Как говорится, игра к ним благосклонна. Но ко мне, как вы видите, в этом плане она не особо. Ну да ладно, будем все-таки терпеть и надеяться, что когда-нибудь опять везение вернется ко мне. Так, ну что, у меня здесь по максимуму все, здесь даже делать я ничего не буду. Так, денег у меня 335 тысяч, конечно, этого мало. 6, почти 7 часов у меня еще будет колодец маны апаться. Это очень долго, алхимики у меня там стоят. Значит, крафт будет идти своей чередом. Так, подожди, колодец маны. Давайте посмотрим, что у нас в общей сложности. Короче, где-то по 3, да, по 4 тысячи у меня будет в час выходить ресурсов, но этого мало. Хотя маной я особо никуда не пользуюсь. Единственное, что на изучение своей магии.
дополнительный на фаерболы. Ну там уж не особо много-то идет. Но вот, ребята, в дальнейшем ее нужно будет очень много. Потому что там надо будет броню делать, а там, естественно, нужна манна. Так, ну что у нас тут остается? Давайте глянем легионера. Что он из себя представляет? О, 38 тысяч мощей. Можно, в принципе, его забомбить и 50 тысяч с него снять. В принципе, неплохо было бы, я считаю. Так что только осталось, когда моя краса отхилится. Ну, еще ждать долго. Или же все-таки завалим последнего орка, а потом пойдем на легионера. Как вы думаете, что нам лучше сделать? Точнее, быстрее. Ну, в первую очередь, естественно, надо, чтобы она у меня отхилилась. Магические руны. Башня лучников. Ё-моё, 800 тысяч надо, а? Чтобы улучшить на один ап. Да, ценник, конечно, здесь, ребята, жмет. Очень сильно жмет. Поэтому пока я этим баловаться не буду. Когда уже все расстроится, хотя я не знаю, когда это все будет. Очень все долго. Смотрите, один день, то бишь сутки придется ждать, даже если я проапаю. И никакого толка от этого не будет. Особенно от сфер. Ну, по крайней мере, это мое такое мнение. И не видел, чтобы оно какое-то давало преимущество именно в бое при захвате замка. Ну что, краса, давай, возвращайся. И мы с вами пойдем, наверное... Давайте, наверное, все-таки завалим последнего орка, чтобы, как говорится, было спокойнее. А потом уже займемся и игроками. Ну что, орки, все, это ваш последний дебют. Сейчас я вас немножечко здесь утихомирю. Как говорится, заберу у вас последний сундук. Мне надо будет вскрывать. Мне очень интересно, что там будет выпадать. Так же, думаю, ребятам тоже. Отличненько. И займемся уже игроками. О, я еще сундук получил за выполнение. Ясно, еще достижение получил. Отразить 10 вторжений. Я сейчас только получил... А, ну да, все, понял. 10 вторжений это в общей сумме. Я думал, что у меня их больше. Ну что, ребята, приступаем. Приступаем открывать сундуки и смотреть, что выпадает. Ну, кто бы сомневался, что начнется все это дело с ресурсов. Да... Не балует меня нынче игра, не балует. Ладно, ресурсы тоже пригодятся. Их нам нужно будет очень много. На, естественно, следующий ап. Да что ж такое, ребята, ну как так? Ну хоть что-нибудь-то дайте хорошего. Да нет, по-моему, ничего не выпадет на этот раз. Вау! Меч! Песнь победителя. Ну на 47 уровень, ребята, ну... Это ж, елки-палки, это же уму непостижимо. 47 уровень. Да, этому мечу придется долго лежать у меня в инвентаре. Поверьте мне. До 47 уровня я пока допиликаю. Сколько ж времени уйдет. Да, ну ладно, что ж делать-то. Выпало так выпало. И на этом, как говорится, спасибо. Ну все, начинаются уже такие. Так, бронька. Бронька это хорошо. Тем более на лучника. Еще одна на лучника. Что-то вы меня... Вот, уже тяжи пошли. Надо будет потом все это отсортировать и глянуть. Ну, здесь ресурсы, ничего особенного. В этом что? Тоже ресурсы. Ну, хотя бы сейчас дают денег побольше, ребята, да? 6 тысяч, 8 тысяч. А раньше всего 2-3 тысячи давали. Ну, что такое? Что залагало, родная? Ну, давай. Дерево, ресурсы. Вот из всего, что выпадает, мне очень нужны деревяшки. Жалко, конечно, что их очень мало выпадает. О, на алхимика выпала курточка. Тоже неплохо, я считаю. Ну и, ребята, последние два сундука. Так, на мага выпало. И синенький. Ну давай, что-нибудь с него хорошенькое, пожалуйста. Да елки-палки, на повара. Да, ребята, вот такой вот у меня, как говорится, везучий фарт. 20 с лишним сундуков раскрыл и выпало всего ничего. Меч, который на 47 уровень, и курточки. Давайте начнем деребанить игроков. Ну, а потом немножко сортировать. Да что такое с игрой это в последнее время происходит? Я не могу понять. Что-то она начинает подлагивать, подглючивать. Или это на сервере у них проблемы, или действительно кто-то меня сканирует, хочет напасть, но не дают. Во время этого есть небольшой шанс, что игра будет лагать. Здесь, как видите, мы разобрали вообще без проблем все. Поимели денежку, ману, деревья. Итого у меня 474 тысячи. Да, не то чтобы много, но и немало. Куртяшечка, 6940. Где мой лучник?
Давайте-ка сравним. Да ядрить тебя на корень-то, а? Ну что ты будешь делать? Она по уровню не подходит. Ай, ё-моё, надо будет как-то заняться, все-таки заняться этими ребятами. Да, слабовато ты будешь. Не покатит. Моя все-таки лучше. 1500 сила магии, это все-таки сила. Так, 6827. Это мне надо глянуть на моего лучника. Ну-ка. Так. Нет, по-моему, не это. Где же она? Вот это. У, ребята, ну, проблема в том, что она идет без статов. У нее нет дополнительного, как сказать, преимущества. Поэтому не имею смысла менять. Так, я не знаю, Любомира стоит одевать в тяж или нет. Если мы сейчас будем драться с другими игроками, нам, по идее, нужна мощь, чтобы выстоять. Но в то же время мы будем терять и в магии, и в силе урона. Хм, загадка. Ну, в принципе, можем поэкспериментировать. Полуэкт, по ходу дела, у меня вообще ничего не может носить. Это, конечно, очень прискорбно. Ладно, ребята, собираем здесь все, что у нас подкопилось. Настроение, улыбочки, яблочки. И отправляемся на карту. Давайте искать игроков. Тео. У Тео очень мало ресурсов, ну и также у него очень мало мощей. Ладно, давайте глянем кого-нибудь покрупнее. 25 тысяч, это в случае победы. Ну, мощей многовато. Ладно, проехали мы его. Кто тут еще есть? Святилище забытых божеств. Блин, а может быть их попробовать завалить, а, ребят? Как-то надо же дальше нам проходить. 50 тысяч мощей. Угу. Олежа. Так, почти 500 тысяч урона. Ой, 500 тысяч, 500 урона. О чем я думаю сейчас в данный момент? Леха тут всякий. Ладно. Надо как-то, я не знаю даже, что и делать. Броней дофига, может быть, что-то разобрать. Так, давайте это уберем. Это тоже все старье нам не нужно. Кстати, да, куртка на алхимика надо будет потом посмотреть. Тоже уничтожаем. Топор нам не нужен. Все это старье, ребята, все старье, оно нам не нужно. Поэтому мы будем от него избавляться. Ну и, естественно, мне нужны кристаллы. Кристаллы, чтобы поставить, ребята, хороший крафт. На посох, естественно. Так, разбираем. Что еще у нас есть из зеленого? Вот эту разбираем. Не знаю, еще два. Два предмета, ребята. Елки-палки, ну что же, меч разберем. И вот эту, наверное, курточку, да? Или вот эту, сейчас глянем. Вот эту. Ну все, 10 кристаллов накопил. Теперь я пошел ставить крафт на оружие, ребята. Или на броню, нет, на оружие все-таки. Не буду я делать броню, да что ж такое. Ну подлагивает и все, хоть ты тресни, а. Так, еще сундук один сделали за прогресс. Так, ребятушки, давайте-ка идите у меня. Подожди, где у меня? Где у меня оружие? Вот она, оружейка. Будьте сейчас стоять. И вся надежда только на них, чтобы они сделали мне хорошее оружие с хорошими статами. Так, три и где-то там еще четвертый у меня. Ага, вот он. Так, забежали. Теперь будем ставить на крафт. Так, нужен нам посох, ребята. Ну, я имею в виду магическое оружие. Вот так вот будет самое то. Сколько он будет делаться? Ё-моё, 12 часов. Ну что же, 12 так 12. Нам ничего не остается делать, как ждать. Так, собрали. Деревяшки тут у нас накопились. Давайте вскроем сундучок. Ну, что? О, топорик, 762. Такой же топор у моей красы, но я единственное не знаю, какой из них получше. Сейчас мы с вами это посмотрим. Так, новое достижение. Бездонный гардероб, 10 кристалликов. Ну что же, неплохо. Так, где краса? Давай-ка посмотрим. 768. А этот? Нет, не прокатит. Не понимаю я одного такого, да? Уровень выше, а статы слабее. Почему они так делают, ума не приложу. Ну да ладно. Что есть, то есть. Подвеска и меч у меня надолго зависнут в этой игре. Надолго. Просто даже не предсказать, насколько. Даже, может быть, на месяц, а может и на неделе. Ну-ка, поварята, давайте глянем. У-у-у, ребята.
16 уровень на повара. А у меня, по-моему, максимальный, сколько могут развиваться, это 14. Опять же, нужно апать тренировочную для поваров. Да что ж такое-то, а? Все выпадает, что надо, но не на мой уровень. Вот это меня обижает, огорчает и расстраивает. Так, Жавьер, Тео. Ну что, давайте посмотрим. Нет, Тео мы, по-моему, смотрели. Ну, можно, в принципе, его раздеребанить. Да кучи, что тут у него? Два мага и мечник. А где же твой третий-то дружок? Ой, четвертый дружок, куда ты его засунул? Наверное, ты его просто забыл поставить. Так, ну я так понимаю, у него здесь именно ресальщики и хилы. Сейчас мы это увидим сами. Нет, ничего ему не помогло. Забираю у него немножечко денег. Это мне ровным счетом ничего не дает. И только лишний раз я себе повысил очки ПВП и, соответственно, повысил рейд. Что бы мне очень не хотелось бы делать. Потому что вы сами прекрасно знаете, что будут окружать меня очень сильные и крупные враги, с которыми потом будет очень тяжело что-то делать. И фармить, естественно, не получится. Так, деньжата. Ну что такое? Это что за нашествие крыс у меня в последнее время? То крысы, то касперы. Не пойму, что их так привлекает, мой замок. Давайте-ка посмотрим, что у нас такое. Толидо. Так, магию забираем. Так, готовим взамен. Так, отлично. Теперь посмотрим, что он из себя представляет. О, 62 тысячи мужчин. Нет, не буду я на него нападать. Он практически со мной на равных. А вот этого вроде бы нет. Тоже не то. Тоже не то, все в красных доспехах. Это доспехи у нас героя, если не ошибаюсь. Ладно, проехали. Майкл, Луис, Луис. Ну-ка, давайте глянем на Луиса. Что он из себя тут представляет? Два всего игрока. Два воина и 40 тысяч мощей. Думаю, что можно было бы напасть и 25 тысяч денег с него срулить. Ну, тут еще есть у нас Стивен, да? И у него тоже 20 тысяч можно поиметь. Но у него более-менее армия нормальная, поэтому пока не будем его трогать. Остается только этот. Ладно, надеюсь, мои ребята уже отхилились за это время. Так, краса отхилилась. Ну все, ребят, давайте сейчас по-быренькому с вами вернемся на карту. Завалим этого персонажа. Снимем с него деньги. Ну и будем дальше думать, что делать. Так, я уже забыл, где он находится у нас. Луис, вот он. У него всего два игрока. И он причем в игре. Это хорошо. Ну да, судя по его мячу, это довольно хороший игрок. Просто у него не полный состав. Я, кстати, такой же меч к себе хочу, ребята. Но почему-то у меня его нету. Он не выпадает. Ну, а крафтить я, естественно, не пробовал. Точнее, пробовал, но всякая ерунда крафтится. 25 тысяч денег поимел. И меня это радует в том плане, что у нас уже 521 тысяча. Давай, краса, лечись. Да вы, в принципе, здесь все немножко у меня покоцанные. Давайте все отлечитесь. И мы сейчас с вами что? Давайте глянем. Ничего, ни на что не хватает, ребята. Только лишь из-за дерева. Госпиталь, вы посмотрите сколько, 620 тысяч, да обалдеть можно. Это 620 тысяч дерева. Ёлки-палки. По деньгам мало стоит, а по дереву очень много. Ну очень много. Так, 306, это у казначей куртяшка, да? Ну-ка давайте посмотрим. 342, 360. Ага, ну-ка давай-ка вот это вот поменяем тебе. Вот это другой разговор, а то, блин, ходит в какой-то, я не знаю, там. Что такое-то? Вот так надо. Я хотел перенести ее. 336. На 14 уровень, кстати, курточка у алхимика, да? А у меня есть такие раскачанные-то? Так, 12. Вот, есть. 310. А это... Ну, конечно, конечно, надо ставить. Обязательно, в обязательном порядке, ребята. Так, 310. Там уровень послабже. 325. Такая же, а? Такая же. Ладно. В принципе, алхимики у меня одеты по полной программе. И я смотрю, воины мои отхилились. Давайте их возвращать обратно. Не, ну согласитесь, ребята, все-таки с сундуками у меня получилось как-то не очень фартово, да? 25 или сколько там, 26 сундуков я вскрыл.
и выпало, можно сказать, ничего полезного именно вот на данный момент. Крис, грач. Что за грач, интересно? Давайте посмотрим. 50 тысяч мощей. Ага. Опять же он. О, видали, да? Ого. Так, ну, арбалетчик меня не так пугает. И булавушка. Булавушка, кстати, тоже у него неплохая. Хочу такую же. Но все-таки больше мне почему-то нравится, ребята, меч. Так, что у нас здесь из этого получится? Да я смотрю, ребят, что фигово у нас здесь получается. Да нет, такого быть не может, а. Я истратил на них всю свою магию. Ёлки-ты-палки. Да, неудачная была попытка. Недооценил я, как говорится, врага, за что и поплатился. Грач, ты молодец. Тебе респект. Ну что ж, давайте их отправлять в Адхил. Где же... Так, давайте-ка я еще кое-что хочу посмотреть. С какого перепуга? Вроде мощей мало, а такой урон наносит. Мне очень интересно глянуть. Так, ну вот, Аврора, да? 36 уровень. Ничего выдающего нету. Даже амулетов нету. Артем, это маг. Кирилл тоже маг у него. Ну как вам сказать, ребят, ну я особо такого ничего не вижу, чтобы что-то могло меня там выбить из колеи. Но, как видите, порвал он меня элементарно. Так что мощь тут, ребят, не главное. Ну что же, я предлагаю сделать небольшую паузу, ребята. Все равно мы сейчас здесь делать ничего не сможем. Увидимся чуть-чуть попозже. Всем привет, ребята. Ну что, продолжаем. У нас крафт закончился, я получил мелодию стихии посох и... Он у меня идет на хил. Ну, в принципе, хорошо. Но я немножко расстроен, все-таки хотелось мне на воскрешение. Ну, что есть, то есть. Так, что у нас тут? Манна насобиралась. И давайте-ка с вами немножечко глянем. Так, денег у меня мало. Но дерево по чуть-чуть растет. Все, все разграбили у меня. Изверги такие. Любомир. Так, поставить тебе, наверное, этот посох придется, да? Ты у меня по уровню подходишь. Ну и отхил, естественно, мне нужен. 3000, это все-таки неплохо. Ну, заодно посмотрим, как он будет себя вести в бою. Этот у меня с воскрешением стоит. Краса с топором. И арбалетчик с арбалетом. В принципе, все у нас хорошо. Давайте смотреть, что у нас тут. Долина духов. Я не знаю. А давайте попробуем напасть и посмотрим, что у нас получится. Очень хочу разбить эту компашку, так скажем, которая состоит из некромантов и големов. Ну давай, 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 давай. Еще одну, по-моему, и все, да? Да, все. Так, магию мы заказали и приступаем. Три голема. Некромант и лучник. Да какого лешего вы сразу бежите на моих магов, а? Так, нет, не должны упасть, ребята, не должны. Я всю магию практически использовал. Ух, как так? Еще фаербол? Нет, да упадите же вы, елки-палки. Блин, этот голем последний. Вот, все, есть небольшой шанс, ребята. Я надеюсь, что все-таки у меня получится. Так, они поглощают мой урон. Так, краса, умница, умница, ты завалил некроманта, остались только лучники. Так, и последний, есть, ребята, все, мы справились. Ух, меня это радует, я обожаю, когда победа всегда за мной. Давайте ребят своих отправим на отхил, они это заслужили, неплохо повоевали. Очень результативно себя показали в этом бою. И у нас, ребята, заработан еще один сундук. Давайте глянем, что из него нам выпадет. Денюжка почти 9500. Ну что же, неплохо. Так, все, ребята свои у меня отхиливаются. Естественно, алхимиков возвращаем обратно в комнату. Пускай добывают манну. Так, яблочки. Практически полностью у меня забиты. Это 250 тысяч яблок. Так, деревяшки. Да, денег, конечно, нужно еще очень много. Слишком дофига я, ребята, потратил. Точнее, не потратил, а меня разграбили. Пока я... отсутствовал. Так, а вот это у нас что-то новенькое, ребята. Это босс.
неуязвим к магическому урону. Ёлки-ты-палки, это что, получается, что в компашку магов нельзя брать? Точнее, не рекомендуют. А у меня два мага как-никак. Надо что-то с этим думать. Смотрите, чувачок черепок протирает. Быть или не быть, вот в чем вопрос, да? Ладно, подурковали немножко и хватит. Так что, будем мы с вами нападать на этого орка, хотел сказать, на этого голема или нет? Я думаю, что будем. Но вначале надо поменять. Поменять, ребята, нужно. А что я могу поменять? Я же вроде все разобрал, да? Из такого, как сказать, по уровню минимальное. Ну что опять с игрой, а? В последнее время она очень часто лагает. Ребята, у вас то же самое? Если да, напишите, пожалуйста, в комментариях. Или это все-таки у меня тут какие-то проблемы с этим, с эмулятором. Будем, короче, кумекать, если у вас все нормально. Так, возвращаем их. Ну давай, 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 быстрее беги. И можно, в принципе, отправиться и глянуть, да, что он из себя представляет, этот голем. Мне очень интересно посмотреть. Так, магия. Ух, а магии-то у меня и не осталось, ребятушки. Это очень прискорбно, как я посмотрю. Ой, даже маны нету, чтобы я мог что-то построить. Ну, естественно. Так, ну, родной, давай, посмотрим, что ты из себя тут... Что это такое было? Это что так? Почему все в стане? Ёлки-палки. Так, вы, главное, мне лечите красу. Да что ж вы делаете-то? Так, фэр... Да... Ну нафиг, давай ты... Маг, ну не тупи, ну... Ну ты можешь риснуть красу, ну что... Вот, молодец, наконец-то созрел. Так, блин, один маг у меня упал. Ну хорошо, что не ресличник, а хиллер. Так, краса упала. О, сейчас он, наверное, все-таки добьет моего мага. Слушайте, ребята, если посмотреть, не такой уж он и сильный, да? Мне буквально чуть-чуть не хватило. А может быть еще и хватит, сейчас посмотрим. Нет, 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 уж больно рьяно он бьет. Все, забомбил. Ну что ж, ребята, на этом я буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо большое за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующих сериях. Конечно же, попробуем завалить этого голема. Ну, а там как получится. В общем, всем пока, до скорого. Удачи, ребята, свидимся.